кусочек глины, гончарный круг и немного фантазии. На мастер-класс по гончарному мастерству в детской картинной галерее выстроилась очередь. Уже много лет мастер-классы Николая Учаева пользуются небывалым успехом во время акции «Ночь музеев». Этот год не стал исключением. На своей площадке сызранский гость учил детей изготавливать глиняные горшочки. Ну, здесь хорошо, как бы народу очень много посещает. Интерес возникает. А здесь беспрерывная посещаемость именно вот гончарный круг на мастер-класс. С детьми даже легче, чем со взрослыми. Дети проще воспринимают все, а взрослые думают, что они все умеют. Да вообще сложного не было. Но только бросать было чуть-чуть сложно. Много классных впечатлений. В этом году развлекательная программа в детской картинной галерее разнообразна как никогда. Здесь бесплатно можно посетить две выставки «Сохраняя память» и «Автопортрет. Зачем художники рисуют себя». Вторая выставка проходила в двух залах. В первом располагалась экспозиция репродукций автопортретов известных художников, а во втором – работы детей, написанные в период с 80-х годов до нашего времени. Провести культурную акцию работникам музея помогли студенты и волонтеры. То есть завсегдатаи как среди посетителей, так что особенно приятно есть завсегдатаи среди волонтеров. Вот мы уже не первый год работаем с Самарским художественным училищем, и студенты помогают в проведении мастер-классов. Они ждут этого дня, они хотят участвовать. В общем, их вот эта вот атмосфера творчество, праздника этого дня, она их увлекает. Параллельно в музее проходило 6 художественных мастер-классов. На них юные посетители учились и росписи по дереву, и аппликации, и рисованию плакатов. Впервые в детской картинной галерее совместно с музеем почты прошел мастер-класс «Привет из Самары». На нем детей учили красиво и лаконично подписывать открытки. Очень нравится, много локаций, очень интересно и как позитивно все. Мне самой интересно, да, я как ребенок себя чувствую. Мне здесь просто очень нравится, я здесь хочу постоянно быть. А вечером особняк Клотта представил программу для взрослых. В усадьбе выступили группы «Волга Фолк Бэнд», «Фиеста» и студия салонного танца Самарского университета. Полина Чулюкова, Николай Сидоров. События.